В среду 23 декабря на улице Адмирала Фокина во Владивостоке начал свою работу фестиваль «Зимние истории. Сделано в Приморье». Целый сказочный городок встретил жителей и гостей города. Здесь в последние дни декабря и все новогодние праздники можно не только вкусно поесть, но и приобрести продукцию приморских предпринимателей. Дорогие друзья, сегодня ровно год с того момента, когда Олег Николаевич принял решение о необходимости проведения таких фестивалей и фактического проведения в прошлом году там, одного из первых фестивалей сделано в Приморье. Вот прошел год, за плечами 4 фестиваля, 150 предпринимателей, 20 тонн продукта. Отзывы практически в 100% безусловно хорошие. Фестиваль проходит во Владивостоке в пятый раз. Первый состоялся год назад, в декабре 2019 года. Тогда в центре Владивостока были установлены только небольшие деревянные домики, где приморские фермеры продавали свою продукцию. Сейчас фестиваль разросся, и теперь здесь можно купить сувениры ручной работы в качестве новогоднего подарка близким. Какая здесь атмосфера царит? Новогодняя однозначно. Очень приятно, приходят люди, улыбаются, им нравится то, что мы делаем, и это очень важно. То есть это отдача, это действительно ценно. В отдельном шатре свой товар предлагают самозанятые предприниматели. Здесь все ручной работы – свитшоты, вязаные шапочки, коллекционные игрушки, свечи, корзинки и многое другое. Очень большой поток клиентов, все замотивированы купить подарки своим близким. Вот, интересно, спрашивают, даже просят сотрудничество какое-то. В общем, нам очень нравится. На улице царит атмосфера настоящего праздника, а для детей в выходные дни пройдут конкурсы с Дедом Морозом. Работать ярмарка будет до 10 января. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на 8.